Я Наталья Малых, и я болею за «Факел». Александра Кашина. Я сегодня зритель турнира, а также участник пресс-центра, который освещает непосредственно 12-й этап чемпионата России по пляжному волейболу в Волгограде. Волгоград принимает прекрасным стадионом, прекрасными болельщиками. Безумно жарким палящим солнцем и горячим песком. Аж обжигает! Конечно, погодка огонь сегодня и вчера. Очень жарко. Я не знаю, как ребята, если честно, выдерживают такое напряжение и эмоциональное, и моральное, и справляются с такой жарой, да, со своим состоянием. Они, конечно, молодцы, бойцы. Классный волейбол показывают все команды. Болельщики поддерживают прекрасно. Весело проходит турнир. Я считаю, надо почаще сюда приезжать, на родную землю мою. Ой, на самом деле, я считаю, что это намного тяжелее физически и пляжный, тем более снежный волейбол, поэтому я себя, если честно, не представляю в этом виде спорта. Мне кажется, я просто не вывезу. Меня зовут Тигр, я главный символ этапа чемпионата России по пляжному волейболу в городе Волгоград. А еще ты волейболист. Да, спасибо, что вспомнили об этом, хоть кто-то помнит. Играть дома – это невероятные эмоции, прям поток нескончаемый, когда на тебя все смотрят. И все, кто на тебя смотрит, ты их всех знаешь. Когда тебе подают мячики ребята, которых ты знаешь, девочки переворачивают счет, которых ты знаешь, на трибуне плакаты, ну это просто, это прелесть. Спасибо большое за этот этап в Волгограде. Надеюсь, он войдет как постоянный турнир. Зрителей пришло очень много. Огромное спасибо даже за такую жару. Я люблю Волгоград, моя жена с Волгограда. Ребенка крестили здесь, поэтому Волгоград – самый город мой. Спасибо большое, что пришли поддержать.
сказать, что этап прошел для нас не так просто. Каждая игра была довольно-таки напряженная. И в финале тоже, несмотря на то, что мы довольно-таки легко выиграли первый сет, не смогли дожать второй. И все должно было решиться, так сказать, в лотерее в короткой третьей партии. Но, слава богу, удача повернулась в нашу сторону, и мы смогли взять такое долгожданное для нас золото. Мы чувствовали и слышали эту поддержку во время всего турнира, и поэтому мы благодарны этим болельщикам, кто приехал и поддерживал нас снова у Уренгоя, там и с Ямала. Спасибо, в общем. Было жарко. На где-то первых двух играх было жарко, а потом уже получше было. Очень жарко, воды не хватало. Да, воды вообще не хватало. За три дня я вся сгорела. Да, вот самый главный минус, сгорели. Пойдешь туда? Вы хотите, чтобы в Волгограде провели еще в следующем году и, в общем, каждый год проводили этапы чемпионата России? Конечно. Хоть каждый день. Да, мы готовы.